И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Extinction. И, кстати, я тут посчитал. Мне как минимум нужно 30, что ли, серий. Сейчас, секунду. Ой, не 30. Как минимум еще 23 серии нужно будет записать. Это только из того списка, который мне пришел в голову. Да. Это как минимум. Помимо тех, которые уже вышли. Я четко офигел. Ну, это реально только начало списка. Дальше больше. Поэтому что-то мне кажется реально. Те 45 выпусков, которые я предсказал на Extinction, они, по ходу дела, реальны. Extinction, по ходу дела, закончится только после Нового года. Ну да. Фиг с этим всем. Закончится тогда, когда нужно будет, я вам так скажу. А сегодня мы пойдем делать грядочки. Ну вот для начала, да, я вам думаю, лучше так будет. Так будет более наглядно. Покажу, что когда, как и где. Вы бы знали, как я вот с этим говном намучился. И, пожалуй, больше всего намучился из-за того, что я дебил. Ну да, по порядку. Во-первых, вот здесь у меня будут стоять большие ворота, как я сказал. Здесь я решил сделать под углом. Попробую поставить их под углом. Тоже большие ворота поставлю. Вот, и вот здесь вот тоже будут стоять большие ворота. То есть для меня будет вот эта большая площадка. Площадина, я бы так сказал. Ну, надеюсь, мне хватит. Ну, если что, можно будет туда увеличиться. Проблем никаких нету. В чем была сложность? Погнали, покажу. Суть в том, что здесь, понятное дело, вы видели, нельзя установить. Там разница в 3 или 2 фундамента. И вот, чтобы эту разницу нивелировать, я сделал вот такую. Да, на аберрации я их не использовал. Зато здесь платформа для скал стоит. О, кстати, лишние фундаменты. Да бог с ними, пускай стоят. Не надо их трогать. Почему не надо их трогать? Господи, вы бы знали, как часто я трогал лишние фундаменты, потом поднимал эту платформу, и все фундаменты, которые стояли на ней, и не только фундаменты, просто оттуда осыпались. Все ничего, но ресурсов я просто выкинул не кисло. Ну, я думаю, порядка 100 фундаментов как минимум просто улетели вниз. Но зато смотрите, как красиво, ровненько, все ровненько, аккуратненько. Здесь вот аккуратненько идет по диагонали. Я пытался треугольником вывести, не получается. Пошло, думаю, все в жопу, сделаю вот так вот. Хотя бы так. Короче, это все дело я потом заполню фундаментами, решил все заполнить фундаментами, чтобы было более аккуратно и, по крайней мере, для меня практично. Грядки. Грядки, я думаю, как раз-таки буду делать вот здесь. Во-первых, мне меньше вести труб. Во-вторых, солнечная сторона. Да, на статичной планете солнечная сторона. Ха-ха-ха. Ну, в смысле, там хотя бы закрывает, а здесь не закрывает. Эй, это так. Чисто от балды сказал. Короче, буду строить здесь, потому что, ну, как ты знаешь, более интереснее все-таки поставить здесь. Грядки мне нужны по факту основные только, ну, то есть каждый по одной. Поставлю, наверное, и ягоды, и овощи. Пускай растут. Наркоберики, к примеру, и так далее. Ближайшая вода у меня вот здесь. Я специально сделал трубу, точнее, ну, назовем ее насос, как она там называется, интейк, не помню, короче. В общем, ближайшее это вот здесь. И как бы основная проблема. Вот там мой дом, а вот здесь вот, ну вы поняли. В общем, как вариант, мне нужно будет вести по диагонали все это дело. И металлическими трубами. Да. Ну и еще вторая загвоздка, то что я не хочу, чтобы они были кривыми, а это значит, мне нужно будет сейчас сюда вывести немножко фундаментов.
выровнять все это дело и уже трубами выводить вперед. То есть... А, назад же не ходит, господи. Ну, кстати, если сделаю... надо будет сделать, чтобы назад смогли ходить. Так вот, то есть вывести здесь аккуратненько, ровненько трубы вперед и туда. Кстати, вспомнил, мне ж не только грядки нужны, мне ж еще и пиво нужно растить. И тише, пассатише. Пиво нужно для вот этого станка, который, собственно, мне будет ускорять моих летунов. Да, на это тоже нужно будет делать. Так, дай сюда. Да, пежу. Да, я пока что не могу делать, потому что... Так, энергетический напиток. Нужно забабахать энергетический напиток. Подожди, он делается же в котле. А, господи. Так, ловить. Седло топежим. Ну, во-первых, бронька увеличилась, а во-вторых... Хоп-хоп-хоп-хоп. Может назад ходить. Да, вот это я понимаю. О, быстрее летать не стало. Вроде как. По крайней мере, нифига не ощущается. Но зато теперь может назад ходить, и это прям хорошо. Очень удобно и, как видите, иногда нужно. И я тут еще вспомнил. Блин, мне же не только грядки нужны. Я пока кукер там ставил за эти дела. Мне же еще нужны будет эти куропатины. Фермерство, короче, сегодня будем заниматься не только грядками. Так, короче. Фермерство. Что мне сейчас нужно? Мне сейчас нужно вывести... Да, еще нужно будет трубу вывести для готовки, так что... Ох, кошмар, короче. Нужно вывести фундаменты, значит, для начала. Сейчас вот сюда их подведу, фундаменты краю. И посмотрим, куда я могу трубу вывести. Труба будет вестись вот так. Мне это не нравится. Значит, где-то будем вот отсюда вести трубу. Вот, вот здесь уже как-то более поинтереснее. Ну да. И вот туда по прямой. А здесь уже буду как развилочкой, тройничками, уголками и так далее раскидываться. Ну, значит что? Правильно. Идем, делаем фундаменты. Заодно нужно будет сделать загончики для куропаточек, чтобы я смог их уже сюда приносить. Не густо как-то. 24 трубы наклонных, это очень мало. Решил полностью все делать из металла, потому что захотел. Здесь, как видите, уже выровнял все. Вот. И уже по ней, соответственно... Твою мать, опять чуть не упал. Соответственно, поэтому уже буду все выравнивать, как уже сказал, примерно отсюда. А по крайней мере, здесь, ну, как-то более по прямой. То есть не нужно будет вот это вот чуть-чуть туда, потом туда, потом туда. То есть вот эту вот загогулину не нужно будет делать. То есть здесь чисто по прямой вниз, а уже здесь я буду делать загогулину так, как мне легче. По крайней мере, так будет, я думаю, легче. Но у меня закончилась цементная паста. Чтобы добыть цементную пасту, через сделать цементную пасту, мне нужно что? Правильно, хитин или кератин. Где ее добыть? Конечно же, убивать мобов. Паучков здесь полно, поэтому погнали, поохотимся, заодно добудем, точнее, найдем додошек. Как обычно, 5 самок сделаю и одного самца. Я думаю, этого будет достаточно, по крайней мере... Пока мне яйца будут нужны, их точно будет достаточно. Хотя, может, поменьше сделать. К примеру, 3 самки, 1 самца. Почему бы и нет? Поначалу будет не хватать, а потом уже их просто будет перебор. Куда их девать, эти едолбанные яйца? Зачем их так много? Вот я примерно на это рассчитываю. Да? Ну и добыча хитина кератина, я думаю, начать... Во! Нормас! Плюс всякие анкилки и так далее здесь тоже тусуются. Блин, 75-м, мне жалко убивать вообще-то. А вдруг я притомить захочу? О, 20-м можно. Урона достаточно.
Ну, не так уж и много. Да уж, с охотинок это больше толку будет. А кто еще здесь у нас есть? Так. О, охотиночки. Добрый вечер. Ты под раздачу попал. Черепухин. Так, 39. Ну что-то я бы так сказал вообще ни о чем. О, 15-я самка, прям кайф. Че, хочу проверить. Оп. Ну-ка давай. Это однозначно лучше. Это однозначно лучше. Так, но... Додоха, самка. О, самец 20-й. Ну, неплохо. Как раз самец, будет самка. И все будет хорошо. 4 я, наверное, все-таки сделаю, чтобы было общее число 5. Люблю я число 5. Наверное, не знаю, но возможно. Так, скидываем сюда. И потом буду всех оглушать уже. Ну, а сейчас за самцом и искать черепах. Вот черепах, короче, прям что-то вообще прям нормас добывается. Хотя еще стека попробовал гасануть. Тоже, бля. О, 95-й. Такие все толстые какие-то, прям. Ух! Толстые все такие. 70-й. Да пофигу, самка же, господи, погнали. Давай, 70-й самка. Так, 70-й самка. Погоди, 70-я самка. Че там у тебя? Ну-ка. Три мажабера. Нормально, три мажабера пойдет. Так. Самец, семенитель. Эх! Я ж в чем-то завидую ему. Я всегда об этом думаю, когда притаскиваю самца в кучу в большой огроменный курятник. С одной стороны, да, с другой стороны, черт, это ж сколько работать нужно, прям конкретно чувак старается. Да, а это еще и 20-й левел. Прям старается. А с другой стороны, смотрите, красненькие, синенькие. Классно. Классно, когда они разных цветов. Ну-ка, падай. О, это такой бирюзовенький. Блин. Ты смотри. Ой, как... Ой, как они такие классные. Они такие классные. Блин, надо найти еще, чтобы другого цвета были. Чтобы не совпадали цвета. Блин, вообще будет супер. Стега. Ну, прям вообще ни о чем. Ну, типа кожа с него дофига. Но мне же кератин нужен. Нифига мне кожа. Кожа мне вот куда ее? В общем, да. Черепахи на кератинчик и... Кайф. О, а ты у нас кто? Ох ты ж нифига себе, самец 130-й. Ну-ка, подожди-ка. Не, он какой-то неинтересный. Тут, блин, как-то поприкольнее. Это какой-то обычный цвет. Не очень прям. Опять макакин. Макакин. А ты у нас... Опачки. Так. Ну блин, стандартный цвет. Фу. Хотя с другой стороны стандартный цвет тоже. Это другой цвет. Пятый левел просто. Давить-то делов там. Раз дубины по башке и все. Придется. Ах ты ж собака. Самец, он такого цвета и есть. Ух ты ж какой нехороший-то, а. Смотрите-ка. Вот эти клевые, они другого цвета. Вот этот дефолтного такого цвета более или менее. Придется это убирать отсюда. Вот так только ее убирать. Вот как тебя отсюда убирать? Вот че вы тут встали? Вот просто замерли. Блин. Чё я задумался? Ну-ка, иди-ка сюда. Да твою мать! Сране! Пошли вон, ублюдки мелкие! Мать вашу! Да я вас сейчас всех... Да чтоб... Да пошёл, а вон! Ух ты!
Ух, прям вообще слов нету. Ух, давай, хитинчик. Давай, мать. Я забыл починиться. Был же на базе. С этими куропатками и с ихними цветами. Я забыл починиться. Пришел же на базу, я чиниться вообще ищу. Дополнительно. Самое что смешное. На нее тоже нужно цементную пасту. Это просто какой-то порочный замкнутый круг по цементной пасте. Мне просто вначале повезло из-за того, что я цементную пасту утонул с бобриных хаток. И так не кисло утонул. Чисто только этим повезло. Если что, я хотел тут сделать, поставить. Думаю, сейф сейчас поставлю, ресурс туда скину. Там тоже цементной пасты не хватило. Да уж. Ну сейчас-то должно хватить. А, там ж создается цементная паста, поэтому я... Вот из-за этого я хотел перекинуть. Типа, когда создается предмет, ты оттуда ничего не можешь хапнуть. Отлично. Пускай дальше цементная паста создается. Ух, кошмар какой-то. Ой, ё-моё. Чуть не вывалился. Тут еще и встретил Аранео. Ух, супер. Просто супер. Сейчас еще там внизу золотая. Потом еще Аранео мочкану золотая. Красота. Додошек бы еще найти. Парочку самок. Какого-нибудь красивого цвета. Было бы неплохо на типа оранжевую. Прикольно. Ну, топежи же летают оранжевые. Значит, и додошки должны быть. Какой бы еще бы цвет? Не знаю. Ну, какой-нибудь красивый было бы неплохо найти, но пока что не прет. Кстати, с паучка примерно столько же, сколько и с ахитинки. Ну, в общем, да, сейчас у меня должно быть уже немножечко хотя бы полегче. И да, пока я здесь лутался, я вспомнил, мне же чуть резинку томить. На 24 выпуска у меня. Ну, в общем, вы поняли. В 45 реально, по ходу дела, 45 выпусков по Extinction это реальность. Ну, очень дофига контента здесь ввели, и это прям реально глобальный мод. Глобальный DLC. То есть прям конкретно здесь дофига чего ввели. И это прям кайф, как бы не сказать больше. Вот такие вот дела. Ну, а я пока что... Поделаю цементную пасту и поищу додошек. Включусь, когда покажу всех, точнее, найду всех додошек. Не, я включусь раньше. А посмотрите. Ну, ёб твою ж за ногу, а. Аж две додохи тусуются просто под землей. Потому что землей засыпало, но там-то остался фундамент. Ужас. Не, в теории их можно оттуда даже вытащить. На практике они слишком далеко, чтобы это сделать. Конечно, смысла в этом нету, они цвета неинтересного. Вот с другой стороны, зелененькая. Да не, вроде такая же. Блин, короче, козлина, еще та редкостная, спряталась там в текстурах. Овца. Ну, зато не сдохнет. Короче, что я вспомнил? Я всю жизнь играл, то есть на локалке ставил Body Water Kit. Я всегда говорил, Борьку нужно ставить всегда. И чё я сейчас не ставил, черт его знает. И мучился с этой водой всегда. Короче, Боря Ватеркид. Установил мод и пошло все в жопу. Ну честно, ну не богу. Я сейчас трубу буду вести. Дай бог полчаса. И, ну, сделал. Чё поделаешь. Делаем. По идее должно... Надеюсь, его не сломали, и он работает. Ага. Все, пока хватит. Сколько у меня там цемент паста? Ху-ху, 540. Нормас, я подлутал. Боря. Если бы он работает так, как раньше, то все хорошо. А он работает так, как раньше. Так что все хорошо. Суть в том, что... Сейчас покажу. Слабысь, и вот у тебя кран с водой. Сейчас погоди. Как там он? Он...
Так, так. Обысь. О! Вот, собственно, про что я говорю. То есть, мы имеем кран, ну, можно так сказать, из ниоткуда. То есть, вот он уходит, можно так сказать, в никуда, но зато мы можем хоть куда везти. И это правильно. Ну, и бог, на локалке это правильно. На сервере это читерно, поэтому S+ не переделали вот такую фигню, и больше на S+ такая фигня не работает. А вот на локалке это нормально, и это правильно, и это хорошо. Поэтому будем считать, что я установил все те трубы, которые я делал. Вот, я их установил. Пиу-пиу. Я не то выкинул. Вот это надо было выкидывать. Лошара. Так, ладно. Не, ну я-то должен был больше ресурсов потратить. Так что будем считать, что это правильно. По дудошкам. Ну, вот-вот, смотрите. Нашел еще две дудошки. Одна вот такая дудошка. Другая такая. И, ну, честно, не нравится. Честно, не нравится, поэтому я сейчас еще их поищу. Ну, мне нравятся, они слишком многоцветные. Вот это клево, просто это чисто красное. Да вы что, серьезно, вы уже яйца сносите? А, ну да, вы что, что вы же так можете яйца сносить, вы просто можете задиспавниться, как бы. А так надо вас обязательно томить. Ну, собственно, вот, вы понимаете, да, с яйцами вообще здесь проблем не будет. Да. В общем, короче, пойду я искать еще других. Все-таки, а вдруг авось, и ну, все хорошо. Так, вот это выкидываю. А вот с едой у меня, да, вот так, нормально. Все, погнали искать еще других дудошек, а водопровод я и так проведу. Ух, да нафиг, ну честно, ну камон! Вы бы будто бы так не сделали, играя в 12 часов ночи и очень сильно уставший. Я вообще рассчитывал зайти на полчаса, по-быстрому все сделать. Что-то не получается, уже час, короче, здесь тусуюсь. А казалось бы, нифига не сделал. Но вот как-то вот не получается арк. Арк это такая игра, где ты заходишь и все, ты пропадаешь. Ну, как и любой другой выживач. Заходишь и пропадаешь. Что раст, что арк. Ну-ка, давай-ка посмотрим, где у нас какого цвета. Ну, блин. Да, она более прикольная, типа, беленькая. Вот тоже притащу на базу. А вдруг? Короче, подзадолбался жутко. И будет вот такая. Темненькая, светленькая. И те, которые были изначально. А, для их давления нужна мажабарка, дубинка и надежда в то, что я их все-таки не вольну. Да не ле, а ду. Ду. Маленькая. Да. Оп, оп, оп. Ну, погнали томить. Вот, собственно, и бегут. Бегут куропатины. Да уж. Ну, нормально. Нормально. Расцвет, конечно, я бы хотел бы, чтобы вот, наверное, лучше вот это бы заменить на какой-нибудь другой цвет, но не нашел. Там в основном попадались другие цвета, но они типа там крылья и все в таком духе. То есть, ну, не было вот как, допустим, здесь, либо здесь первый цвет прям конкретно какой-то выделяется. Вот. Поэтому, ну, пришлось так. Все-таки лучше, чем никак. А теперь к грядкам. Ну и чтобы не тратить ваше время на то, как я устанавливаю все эти трубы. А трубы я установил металлические. Сейчас не знаю, будет видно, не видно. Нифига не видно, но в общем трубы металлические. Я установил их за кадром. По центру у меня идут крестовые. Здесь у меня будут стоять вертикальные. Так, 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 так. И вот так. Да, прям как надо. Пам, 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 пам,
Пам. О, даже тень образовалась. Кайф. Ну и сверху уже поставим кранчики. Могу позволить металл. Че-то не поворачиваешься, собака. И пошел ты. Не хочет он поворачиваться. Ну и, короче, стойте тогда вот так вот. И сюда. В разные стороны, короче, смотрите. Так, так, так. Ну, во. Вот так. Так. Да чтоб тебе, собака долбаная, блин, опять промахнулся. Ну, кайф. Кайф, 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 кайф. Хорошается, отлично. Да. Поставил именно такие, потому что так захотел. И установил их 10 штук. Если я не ошибаюсь, то получается что 4 овоща, 5 ягод и 2 сделаны наркобариками. Семян-то нету. Раз, два, три, четыре. И все. Ой! А семян-то нету. Ну и пошли они. Потом высажу. Нафиг. Также нужно будет... Да, наверное, рядом с париком, хотел сказать. С парником. Установлю здесь бочки с пивком. Ну, то есть отсюда же выведу и установлю отсюда бочки. Да, бочки с пивом тоже поставлю. Здесь сделаю, наверное, в этот раз прям полностью парник. Потому что он будет так красивее, да и кристаллов у меня там. В общем, короче, задолбалось я их выкидывать, скажем так вот. Поэтому почему бы и не сделать, чтобы вспомнить, как он... Грин вроде... Да, правильно, грин. Это у нас получается 10, 20 стен с одной стороны, с другой стороны. Плюс еще 4, 6... 27 стен. Лететь, колотить. Вроде бы. Так. Последние штрихи. Ну кайф же. Кайф. Конечно же кайф. Ну вы посмотрите. 300%. Это бы добился бы и только с помощью потолка. Но ну вы смотрите. Ну конкретная же тепличка. А там еще будет растение расти. Ух, супер будет. Просто супер. Да. Ну, это я уже потом высажу. Потом, когда все семена соберу. Время, как говорится, есть. Еще для них нужно будет загончик сделать. Тоже, наверное, где-то здесь сделаю. Ну да, опять-таки же, потому что здесь нужно будет и фермера поставить, и няню поставить. В общем, я всех здесь тоже буду ставить, поэтому пивасик будет здесь, это здесь. Ну, в общем, да, по факту они будут все здесь тусоваться. То есть, по факту, вот это вот место я автоматом выделяю под фермерство. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Для такого благого дела нужно... больше мест, скажем так. Вот такие вот, народ, дела. Ну, а я уже с вами буду, пожалуй, на это прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, напишите, делитесь моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.